Ландшафтная архитектура. Создание ландшафтов – это целая наука, а вернее искусство, которое освоили еще древние египтяне. Наглядное подтверждение тому – сады Хиф. Уже в те времена дворцы фараонов и дома вельмож окружались рукотворными садами и парками, и эту традицию переняли жители Месопотамии. Кстати, висячие сады Семирамиды – это их рук дело. Древние греки, римляне, персы и индийцы тоже уделяли огромное внимание не только домам, но и окружающим их территориям. Садово-парковое искусство было и остается востребованным во все времена. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.